На Имал мы поедем, посмотрим, как там овцы-быки поживают. Закон о туризме устарел, а понятие «автомототуризм» там и вовсе нет. Значит, это направление пока не получает государственную поддержку. Депутат Госдумы Николай Валуев обещает это исправить и вспоминает свое путешествие по Ямалу. Если я зимой выдерживал 5-часовые переезды, я знаю, что такое дороги и вечная мерзлота, которая... Эти дороги буквально вот так вот крутит-вертит. Последние 3 года автопутешественников становится все больше. Ямальцы, отправляясь в отпуск, преодолевают 1000 километров. Сделать отдых комфортным можно с помощью дома на колесах. Стоимость жилых прицепов от 350 тысяч рублей. Внутри может находиться и душ, и биотуалет. И у нас есть кастомные варианты, даже посудомойку можно установить. В этом прицепе разместилась полноценная кухня. Практически мечта хозяйки-путешественницы – раковина с горячей и холодной водой, 2 газовые конфорки. А здесь можно установить холодильник. В другой части прицепа 2 кроватки для детей и полноценная 2-спальная кровать. Будет тесновато, зато дружно. А в этом автономном доме посвободней. Его могут оборудовать в зависимости от хобби будущего владельца. Начиная от клетки домашнего любимца, да, и заканчивая ларем для охлаждения рыбы, или выдвижным каким-то мангалом, да, или сушилкой для ягод. Еще один вариант для путешествий – это размещение модульного дома прямо на машине. Ее проходимость при этом останется прежней. Есть еще один плюс. Наш модуль – это как груз. То есть вы его устанавливаете на пикап и передвигаетесь. То есть никакой дополнительной регистрации не требуется. Путешествие бывает и за редкими кадрами. На форуме представлены и лучшие фотографии фестиваля «Золотая черепаха». Чтобы сделать одну фотографию, они сидят там с белого медведя, они хотят там сфотографироваться. Они там в засаде сидят вообще месяцами. С каждой фотографией уникальная история. Форум продлится в Москве до 7 августа. На него могут заглянуть и ямальские путешественники, если им, конечно, будет по пути. Евстолия Таранда, Олег Кабрицкий, Станислав Павлинич, Москва.